Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу рассказать о ноте, которую я открыл взамен той, которая закрылась. У меня была нота на сталилитейной компании, та давала 15% годовых в валюте. Текущая нота, которую я открыл сейчас, 10,6 годовых в валюте. Я о ней уже рассказывал. Эта нота на акции четырех компаний из разных отраслей. И условия были даже лучше, ну, условия по открытию оказались даже лучше, чем то, о чем я говорил. Давайте посмотрим, что это за нота. Отзывная нота на корзину компаний. Базовые активы. Alibaba Group Holding, сокращенно BABA, Sina Corporation, Sina Applied Materials и Anheuser-Busch InBev. Что это такое, я сейчас расскажу. Наблюдение. Каждый квартал, то есть раз в 3 месяца, определяется, есть ли условия или нет, соблюдение ноты. Если все 4 акции вышли выше, чем барьер, то нота закрывается, она автоотзывная. Вот, если внутри защитного барьера, внутри диапазона, то, соответственно, начисляется обещанный процент, фиксированный, в данном случае 10,6% годовых в валюте. Купон с эффектом памяти. Здесь написано 10% годовых, на самом деле 10,6% годовых. Защитный барьер 55%, это очень здорово. Вот, купонный барьер 70%. Что это значит? А это значит, что купон начисляется всегда, если самое худшее из этих акций не упало более чем на 70% от того номинала, который указан при открытии ноты. Об этом мы немножечко еще поговорим. То есть раньше, когда я рассказывал, защитный барьер и купонный барьер совпадали, в данном случае они не совпадают. То есть если какая-то из акций упала ниже чем 70% от той стоимости, которая была оговорена при открытии, то есть, ну, от начальной стоимости, то, соответственно, купонный барьер не выплачивается. И, ну, с эффектом памяти, если она потом приподнялась, выплачивается купонный барьер за 2 периода. Вот. И что еще важно, что, смотрите, купонный барьер, если в конце, вот, 3 года мы держались, и мы не получали купонные барьеры, например, или сколько-то получали, сколько-то не получали, но если в конце срока, через 3 года, нота оказалась, ну, самая худшая из этих акций, ниже чем 70% от номинала, то понятно, что мы купоны не получали. Но если это все-таки выше, чем 55% от номинала, то мы получаем все свои деньги обратно. То есть, ну, как минимум, свои 10 тысяч долларов, которые она стоила. Это риск. Вот. И если ниже, чем 55, то тогда уже пропорционально вот тому, что мы имеем. То есть, если она 30% от номинала, то мы получаем 30%, то есть 3 тысячи долларов от того, что мы вложили. То есть это риск, риски есть. Вот. Но чтобы какие-то акции упали на 55%, риск, я считаю, что очень и очень невелик. Вот. Сейчас вы узнаете, почему. То есть риск минимальный. Ну, когда он может реализоваться? Когда все акции упадут, соответственно, кризис огромный и так далее, и так далее. Вот. А так, вообще говоря, мы будем получать 10,6% годовых и улыбаться, и с огромной вероятностью нота закроется досрочно, потому что верхний барьер, верхняя граница, каждый квартал понижается на 2%. Вот, ну, сталилитейная нота закрылась в первый же период. Вот, инвестиционная идея. Ну, вот посмотрите, вот акции как-то гуляли, и, соответственно, значит, смотрите, темно-синяя, вот эта акция Alibaba, она
росла. Она росла, росла, и вот, значит, здесь 100% считается, принято за 100%. Соответственно, акции Applied Materials, они росли, росли, потом упали, тоже принято за 100%. Акции Bud Anheuser, это пивоваренная компания, крупнейшая в мире, кстати, пивоваренная компания. И они, соответственно, ну, были всегда вот... Тра-та-та-та-та, сейчас немножечко упали. Вот, купонный барьер вы видите. Вот он. Защитный барьер. Вот он, темно-красным. Соответственно, и, ну, а если акции поднимутся все четырех компаний здесь, вот, ну, чуть выше, чем 100%, то, соответственно, нота будет закрыта, если все четыре акции вышли в диапазон. Инвестиционная идея. Alibaba Group Holding. Ну, вы знаете, что Alibaba постоянно растет, это Китай, и все там хорошо, и есть продолжение роста, несмотря ни на какие санкции, вот, все это растет, китайские товары. Ну, есть вероятность того, что это немножечко упадет. Ну, это может упасть за счет торговли США, но есть, во-первых, остальной мир, а в-третьих, Китай развивается. А Китай развивается, ну, наверное, не меньше, чем остальной мир, быстрее. Поэтому все там будет нормально. Следующая инвестиционная идея – Sina Corporation. Это крупнейшая китайская компания, которая зарабатывает, ну, это китайские соцсети. Вы знаете, что в Китае запрещены соцсети, и для общения китайцев между собой используются, они заменяют и Twitter, и Facebook, и все вместе. И это Sina Weibo, и этот сервис развит, как оказывается, намного больше, чем всякие ВК и Фейсбуки. То есть там у них все на этом завязано. И здесь тоже идет рост. Следующая инвестиционная идея – Applied Materials. Это компания, которая поставляет полупроводниковые материалы для производства компьютерной техники и для чипов, грубо говоря. Здесь тоже, в принципе, наблюдается рост и достаточно стабильный сбыт. Крупнейшая в мире компания. Вот. И что дальше? Anheuser-Busch. Это пиво. Крупнейший производитель пива. Это компания. Ключевые бренды в портфеле компании Budweiser, Corona, Stella Artois, Hoegaarden. Это крупнейшие ключевые бренды, но есть и другие. Вот, и здесь тоже есть разбивка по рынкам, разбивка по регионам, триггеры роста определяются. Так, вот здесь вот, смотрите, ограничение ответственности. Расчеты проводились 06.07.2018 при стоимости базовых активов вот таких. На самом деле, при открытии условия стали лучше. Сейчас я вам скажу, какие условия. Alibaba Group 190.79. То есть порог поднялся. Sina Corporation 83.99, выше поднялось. Applied Materials 48.28, тоже поднялось. В цене Anheuser-Busch 102.48. Anheuser-Busch поднялся незначительно. Что это значит? А это значит, что если бы мы открыли эту ноту, скажем, в июне, то, в общем, на текущий момент... Ну, по истечении, вот если по истечении 3 месяцев вот были бы достигнуты те показатели, которые сейчас в данный момент имеются, то, соответственно, нота бы закрылась. Вот. Но сейчас, так как акции поднялись, то есть вероятность того, что хотя бы одна из акций немножечко опустится, и нота уйдет, ну, как минимум, на второй период. Ну и как физически открылась нота? Ну, вот смотрите, вот я. Поехал в
ну, я сказал своему брокеру, что да, я хочу открыть такую ноту, вот, и мы заполнили вот такой документ. Сейчас я читаю выдержки. Phoenix Autocall, он на английском языке. Phoenix Autocall Memory on Worst of Alibaba Sinai Plate Materials and Anheuser-Busch 3 years USD. То есть автоотзывная нота с памятью на худшую из акций Alibaba Sinai Plate Materials и Anheuser-Busch 3 года срок максимальный в долларах. Кто является issuer? Issuer – это эмитент. Natixis Structured Insurance SA. Это одно из крупнейших инвестиционных компаний. Ну, здесь это самое рейтинги в Moody's A2, Standard & Poor's A, Fitch A. То есть рейтинги трех крупнейших компаний. Это, естественно, требуется. Что дальше у нас идет? ESIN-код, CFI-код. Вот по этим кодам, здесь вот есть ESIN-коды, можно открыть данную ноту от любого брокера. Type of product – Phoenix Autocall, то есть это тип продукта. Currency – USD, то есть валюта – доллары. Вот, Autocall барьер. Первый квартал 100%, второй квартал 98% и так далее. Каждый квартал уменьшается на 2%, и самый последний квартал через 3 года 80% от номинала, который оговаривается. Observation quarterly, это значит, что ежеквартально наблюдение происходит. Защитный барьер 50%, это европейский барьер, купонный барьер 70% of initial fixing. То есть initial fixing будет рассматриваться вот позже, но я уже его озвучил, начальная фиксация. Conditional купон 2.65%, то есть 2.65% в квартал или 10.6% годовых. То есть ежеквартально выплачивается 2.65% на счет. Без ну, то есть по условиям. Так, эмитент опять же Natixis Structured Insured SA, значит, и Люксембург. Registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number и, значит, номер регистрации в Люксембурге. Гарант Natixis. Гарант Natixis 30 авеню Пьера Мендье, Франция, Париж, Франция. Strike date. Первая дата, на которой дата фиксации 18 июля 2018 года. По всем четырем акциям. Что дальше у нас идет? Я читаю просто с листа. Вот. 19 июля 2021 года нота закрывается по сроку. Maturity date 26 июля 2021 года. Купонный доход описывается 2.65% в квартал с памятью. Да, оговаривается, что такое память. Так, и условия, значит, наблюдения 18 октября 2018 года, 18 января 2019 года, 18 апреля 2019 года, 18 июля 2019 года, ну и так далее, через каждые 3 месяца это периоды наблюдения. Теперь дальше. Automatic Early Redemption Price, то есть автоматический отзыв, когда производится. Значит, 18 октября 2018 года 100% от номинала, от того, который оговорен. 18 января 2019 года 98% от номинала. 18 апреля 2019 года 96% от номинала и так далее. И 19 апреля 2021 года 80% от номинала. То есть, если выше, чем 80% от номинала будет 19 апреля 2021 года, то, в общем, нота закрывается. Это самый лучший вариант, на самом деле, был бы. Вот.
Ну и, соответственно, initial price Alibaba Group Holding USD 190.79, Sina Corporation 83.99, Applied Materials 48.28 долларов, Anheuser-Busch 102.48 доллара, 48 сотых. Соответственно, ну, буду смотреть, наблюдать. Дальше оговаривается, если акции вдруг будут стоить ниже, чем 55%, то сколько они будут стоить? То есть, если акции Alibaba опустятся ниже, чем 104.9345, если акции Sina Corporation опустятся ниже, чем 46.1945, если акции Applied Materials ниже, чем 26.5540 и Anheuser-Busch ниже, чем 56, соответственно, 36.40. Ну и то же самое оговаривается по барьеру. Дальше на английском языке все условия оговариваются. Здесь уже не так интересно. Вот. Но при желании я могу, если кто-то хочет, я могу скинуть вот те файлы, которыми я пользовался. Это презентация в PDF. И ну вот такую распечатку, если кто понимает на английском языке, я могу скинуть. Вот. Очень хороший инструмент. Смотрите, 10,6% годовых в валюте. 120 тысяч долларов, если положить вот на такой продукт, то доход будет 12 тысяч долларов годовых в год. Если раскидать на 12 месяцев, то 1000 долларов в месяц. Пассивный доход, абсолютно пассивный. Ничего не делаем, просто наблюдаем. И раз в 3 месяца нам поступает по 3000 долларов. Это очень хорошая инвестиция. Я всем рекомендую такую инвестицию. Эта инвестиция годится, к сожалению, только нужен квалифицированный инвестор, статус квалифицированного инвестора. Для неквалифицированных инвесторов имеются другие возможности. Это структурные продукты. Там не нужно быть квалифицированным инвестором и не нужна минимальная сумма в 10 тысяч долларов. Там порог входа намного ниже, это 250 тысяч рублей. И примерно такие же, значит, опорные базовые активы. Вот, но условия, конечно, совсем другие, но тоже очень-очень здорово, и в структурных продуктах есть 100% защита капитала, что очень важно. В структурной ноте есть вероятность потери в случае ухода акций ниже, чем номинал, а в структурных продуктах риска потерь нет, то есть вы в любом случае вернете 100% от вложенных денег. В этом принципиальная разница. Я надеюсь, что это видео будет кому-то полезным. Это очень интересные продукты. Это то, к чему надо стремиться. Сделать вот такие продукты и жить спокойно. Это инвестиции для богатых. Для пока еще не богатых это структурные продукты. Я рекомендую. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Если будут вопросы, задавайте. Если вы захотите с кем-то поделиться вот этой информацией, пожалуйста, я ни разу не обижусь, если вы поделитесь данным видео с кем-то. До встречи на моем канале.